Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Хочу представить вашему вниманию свою третью модель двигателя Стирлинга, которая, к слову, в отличие от двух предыдущих, является не только экспериментально-демонстрационной моделью, а также способна выполнять полезную работу. Ну да хватит простых слов, и давайте уже перейдем к практической демонстрации. Запуск я буду производить при помощи данной спиртовки, наполненной техническим спиртом. Перекрываем клапан сброса лишнего давления и подаем импульс на маховик. Двигатель набрал свои максимальные обороты, так что давайте теперь попробуем подключить потребитель. Как вы можете видеть, даже днем лампочка светится довольно ярко. Сейчас замерим показатели мультиметром. Напряжение при подключенном потребителе составляет 2,6 вольта. Но при длительной работе двигатель может разогнаться до 3 вольт. Ток при этом составляет 130-140 миллиампер. Но давайте уже перейдем к чему-то более практичному, нежели обычная лампочка, и попробуем зарядить старый телефон. Как вы можете видеть, при подключении загорается индикатор зарядки. И напряжение при зарядке составляет примерно 5 вольт. Как вы уже, наверное, успели заметить, все мои модели собраны из легкодоступных материалов, за исключением шприца, разумеется. Его необходимо будет заказывать из Китая. Ну а все остальные детали можно найти в ближайшем супермаркете. И собрав такой двигатель, вы не останетесь полностью разряженным мобильным устройством. Что ж, думаю, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео. А я желаю вам удачи в проектировании своего двигателя Стирлинга.